По-моему, нужно прекратить выпуск таких тканей и не затоваривать склады. Неужели не стыдно в наше время выпускать такие бесцветные, некачественные ткани? Все полки забиты, и все нужно в оцененный магазин сдавать. Вот наша экономия для государства. Безобразие. Зачем вообще выпускать такие ткани? Кому они нужны? Расцветки блеклые, с грязноватым оттенком. Такие ткани не нужно планировать. Неудобны в носке, мнутся. Из этих тканей шить только мешки. В чем же дело, товарищи? С этим же вопросом обратилась Зинаида Николаевна и к главному инженеру комбината. Потому что не к чему вбивать сырье-то в ткани. Можно вот из и облегченной вот ткани можно создать хорошее платье. Странно, но если такие покупателю легкие. Нужно ткани, не будем тяжелые делать. Есть сырья у вас, нет. Вы же вот изготавливаете? Как же нет сырья? Сырья нет, не хватает шерсти, не хватает химических волокон. И надо все это экономить. Вот метров-то, если будет легче, меньше, веса-то метров-то будет больше. Метры, метры, количество метров. Может быть, это было главным 10-15 лет назад. Но сейчас полный отказ швейников и торговли от многих артикулов этих тканей.